Полюбившаяся жителям города акция по бесплатному консультированию граждан нотариусами Брестской областной нотариальной палаты впервые прошла в филиале номер 6 Брестской центральной городской библиотеки по улице Жукова. Читатели библиотеки были приятно удивлены такой возможности и поспешили ею воспользоваться. Я являюсь постоянным читателем этой библиотеки, часто сюда прихожу, здесь прекрасные сотрудники, которые всегда очень мило обслуживают, и увидели здесь акцию о том, что будет проходить такая консультация, хоть из другого района, но я решила приехать, проконсультироваться и осталась довольна, потому что мне ответили на все мои вопросы. Нотариусы отмечают, что чаще всего граждане обращаются по нотариальному удостоверению договоров дарения недвижимого имущества, завещаниям, доверенностям. А вот вопросов по выезду несовершеннолетних за границу, удостоверению доверенности на распоряжение автомобиля с правом выезда за границу стало заметно меньше. Самый актуальный сейчас вопрос – это перевод документов. Очень много делаем переводов. Надо очень важно знать, чтобы нотариус мог засвидетельствовать подлинность подписи переводчика на переводе вашего документа, у вас с собой должен быть именно оригинал документа, не ксерокопия и не отсканированный распечатанный текст, только оригинал. И тогда любой человек может обратиться в любую нотариальную контору с оригиналом документа, переводом, сделанным переводчиком из нашего реестра области, и со своим паспортом. Компетентный ответ из первых уст доступен сегодня абсолютно каждому. Ведь желающие из разных групп населения имеют возможность проконсультироваться бесплатно. Из любой ситуации есть выход, но чтобы найти его, всегда лучше довериться профессионалам.